Так, ну чё, бля? Ну чё, коронную? Хорошо пошло. Так. Блять, отвратительно. Я вернулся с попкорном, шоу как раз начинается. Не-не-не, Костя, не-не-не. Строго нахуй. Фу нахуй. Да блин, я думал, вы все еще с Денисом. Жидкостями отбиваетесь. У него джолт. Что у меня? Нахуй иди, блять, не рассказывай, че у меня. Я думаю, он сам не знает, что у него джолт. О, да, о, да. Хорошо, да. Хуёв, вообще тёпленько так ещё. Ты зачем его сюда привёл? Да ты пришёл, блядь. Привёл, блядь. Бля, флешбеки. А у тебя ещё тот самый скин с опарышами, что ли, точно? Конечно. А ты думал? Давай, мы успеем, мы успеем. Да конечно успеем. Я сейчас подскользнусь на это просто. Спасибо. Я помыл тебя. Спасибо. Блять, что за перки ебаные, блять, говна. Сука, включил задрота, блять. Я не думал, все так просто. Конечно, блять. Там фастный свагбой или что? У меня хедон некоторый. А я решил, Костя, просто Кося. Это... А может, мы как-нибудь все договоримся? Считай это договоренностью. Ну чё, ведьмаки, настало время новых приключений. Короче, попаданцы, я с вами в благородство играть не буду. Завалите нового рейдового босса Илиакана, и мы в расчете. А для этого вам нужно нажать по ссылке в описании и скачать турбо-фэнтезийный мега-ролевой супер-многопользовательский экшен Lost Ark. Огромный мир, полный приключений и яростных битв ждет своего героя. Тебя, красавчик. Или красавица, я против гендерных стереотипов. В основе Lost Ark лежит исследование эпического в своих масштабах мира, где тебе надо качаться, валить монстров и развлекаться с другими игроками. Рыбалка, охота, археология и прочие мирные дела ждут усталых путников, которым хочется разгрузить свой утомленный мирскими бедами разум. Каждый месяц в Lost Ark подвозят фуру нового контента, сюжетными заданиями, яркими событиями, коварными врагами и прочими радостями. Прямо сейчас свои двери готовы распахнуть новый рейд и новые подземелья, а за участие в событии «Тайный пакт» ты сможешь получить новый косметоз. И все это абсолютно бесплатно по самой лучшей ссылке в описании. Жми ее скорее. Ну ты гля, какая красивая. Ёпта, блять. А как тебе короночка? ББ. Нет, слушай. Я не видел, почему. Ой, иди нахуй, блядь. Да ты не растерялся, смотри-ка ты. Да с тобой все понятно, крыса, блядь, ебаная. Понял, чем пахнет. Говной, блядь, от тебя пахнет. Здорово, Костян. Я что-то об кусты споткнулся. Дерево с кустами за фэдшеймер, я не пролез. Блядь, что я тоже не пролез. Твоя срака помешала. Так, ну чё, блядь. Ну чё, коронную? Ооо, хорошо пошло. Чудовищно. Ну-ка, а чё лицо такое грустное? Давай тебя повеселее сделаем. Вели вы же со сайте. Блин, ты видел, у тебя какая-то грязь на ноге?
Мне кажется, надо помыть ногу, да. Все готовы здесь стать звездами Ютуба? Я Костя предупреждаю, что все, что вы скажете, может быть использовано против вас в нарезках на его канале. Не вопрос. Денис тоже однажды не отказался. И к чему это привело? Ту бедную девочку в кинотеатре. Блять. Забавно, ни одной хуй мрази. А что, что на ногах у Ады Вонг, я понять не могу. Какие-то культи смешные вместо. Это пуанты. Да. Это типа туфли. Да тут, видишь, я говорю, тут они же не поменяли скелет и персонажа, чтобы каблуки можно сделать. Ну-ка, сейчас посмотрим. А, ну вот. Блин, у нее какие-то скорбные ноги, по-моему. Вообще, ну, в целом, какие-то странные. Чего мне не сказали взять перки? А ты ни одного не взял? Да я нихуя не взял. Я просто забыл, в какой момент это должно произойти. И вот упустил. А чё за хуйня со мной произошла? Почему я покричал? Это плохо? Это плохо. Это пушбеки. Ты из шкафчика вылез, да? Ну, допустим. Блин, ты айрон. Ты сейчас ваншотный, не залезай больше в шкафы в этой игре. Чё за хуйня? У тебя, Костя, в руках есть что-нибудь? Только яйца мои. Я понял тебя, не продолжай. Нас смотрят дети. Там рядом с мейном мой фонарик лежит, поднимите кто-нибудь по-братски. Рядом с чем? С главным зданием. Мейном. А, и поэтому... Говори, главное здание лучше. А, пупон. И ухожу фул в мейн. Не влился я, да, ваш киберспорт. Ты бы влился, если бы вампир прикрывал. Так, Костя, давай за мной. И там похилимся. Идите к тотему. Идем к фул в главное здание. Там фонарик лежит, я слышал. Зачем ты понял? Не трогай кнопки. Я понял. Блин, как будто в Final Fantasy играю. Пиздец. А, хочешь фокус покажу? Я не люблю фокусы. Ты чё, блядь, я маяк и копян, что ли? Ёпта, фокусы показывать. О, Тандер, как говорили классики. Пиздец. Тоби пизда, Денис. А может и нет. Блядь. Ебать, ты чё, лошара, ёбаный, блядь. Помнишь, был такой челик, который пытался сбежать, но не сбежал от Трикстера у меня. А, да-да-да-да. Помни, выёбывался. Да, он примерно так же сделал. Костян. Так. Хочешь, я доучу тебя правильно выёбываться? Ну давай. Опа. Добрый вечер. Все, уходи, блядь. Блядь, а почему ты засветился? Как, блядь? На какой мне факультет надо Хогвартса поступить, чтобы тоже так сверкать и не падать? Помнишь, Костян, мы брали, когда играли песочные часики, чтобы когда тебя снимают, ты неуязвимый был какое-то время? Конечно, помню, естественно. Как я, блядь, мог это забыть? Ах ты, сука, иди нахуй! Иди нахуй! Здорово! Бля, где? Где я потерялся? Сука! It was at this moment that he knew. He fucked up. Блядь! Костян, ты куда в подвал побежал? Я думал, его так наебать! Блять, дабл наёб не случился. Блять. Не в этот раз. Давай вот сюда, вот на угол. Угу. Блять. Все, стой. Так а чё, блять? Тебе поссать надо? Да. А ты чё смотришь, стоишь? Я трогаю себя. Гонит себя. А чё, уёбывать надо? Ты куда? Ну, я... Страты делать. Спасибо.
И говорит, что он здесь. Я владел способностью стоять настолько недвижимо, что становлюсь незримым для глаз. Да нет, я случайно, блядь, блядь, да что с ней никак не получается. Ты, блядь, Сэм Фишер, ёбаный. А чё ты пытался делать? Блядь. Дэ! Вот говню, блядь. Так, ну чё? Я стоял настолько недвижно, сука, блядь. Ты там этого Дракса отыгрывал? Да. Чувак. Ты чё, блядь? Страта сработала не очень, как я хотел. Ебать вы еще киберспортсмены, ёпта, блядь. Шкафы проверяешь? Мало ли, блядь. Ваша жизнь ничем не учит. Что за проблема с клиентами на этой карте, а? Не обоссись, блядь. Буграти. С другой стороны, Денис. С другой стороны, Денис. С другой. Нет, с этой. Сейчас он там с другой страты мутит. Пойду-ка я. Мистер Тибек, ты че? Ты че, конь? Я не решил, что я хочу сделать дедхард заюзать или палитку кинуть, и в итоге просто поебалу получил. Но в итоге ты заюзал дедхард. Да. Здорово. Я смотрю, все вот этот трюк пытаются провернуть. Отвали. Я буду ползти. Ты меня не возьмешь. О, под фонарем давай. Будь красиво. Я не фотогеничный, что ты делаешь? Ебать, что за киллстрик? Почему ты всех убиваешь? Да маска красивая. Вот так. Ай, да как ты это сделал? Ой, другой вопрос. Зачем ты сюда перепрыгнул? Там дверь сломана. Ну, так-то да ладно, и... это Deception сработал, что ли? Да? Есть! Он открыл дверь, да? Вся моя игра! Даже несмотря на то, что ты сейчас умрешь, ты выиграл этот матч. Я тоже так тупо. Бля, нихуя не понял, но реально угарный. Это второй раз сработало. Костян, ну когда бежал рядом с шкафом, открыл дверь и... Отпусти, да отпусти же меня, да ладно тебе, чё-то сложно, что ли? Ну он сейчас найдет красивое место, положит тебя. Ты так красиво все сделал. А, ты рядом со мной сейчас умрешь. Да. Вот видишь, это я там лежу. Ебать, задрот, пиздец.